Привет, братцы рыбаки! Сегодня я вам хочу показать, как можно легко и быстро сделать вот такую вот снасть под названием пуля для ловли зимой хищной рыбы. Белый цвет больше нравится судакам, желтый щуке окуню. Есть у меня два таких вот прутка, один латунный, один с нержавейки. Диаметр у них 6 мм. С них я и буду делать зимние приманки под названием пуля. Также мне понадобится два тройничка и два заводных кольца. Из инструментов пригодится ножовка по металлу, дрель и тоненькое сверло чуть большего диаметра, чем заводное колечко. Для начала нужно разметить. Ложим вот так вот тройничок, делаем отметину. Длина тройничка с колечком — это будет у нас скос. Так вот нам надо будет отпилить. А вот это вот будет вся длина приманки. Ну, здесь делаем точно так же. Положили тройничок. То есть вот до сюда вот нам надо будет делать скос. Это где-то 2/3 всего тела. Ну и вот такой вот длины будет плесенка. Сейчас все это дело отпилю и покажу, что получилось. Вот таких вот две заготовочки у меня получилось. Теперь надо на вот этой вот скошенной стороне просверлить по отверстию. Наметил центр, можно теперь и сверлить. Нержавейка сверлится чуть потяжелее, поэтому здесь вот чуть-чуть съехало отверстие к боку. Но это ничего страшного. Общая длина приманок у меня будет 3,5 см. Теперь с помощью напильника по металлу, либо наждака, либо гриндера, у кого что есть, нужно придать этим заготовкам уже окончательную форму. Я это буду делать на гриндере. Мне нужно будет скруглить чуть-чуть вверх, чтобы кольцо ходило, и также закруглить низ приманки. Вот две вот таких вот заготовочки у меня получилось. Теперь их нужно заполировать. На улице прохладно, поэтому остальное я буду доделывать дома. Полировать блесенки я буду при помощи бормашинки. Но это можно также сделать при помощи обычного войлока. Грубо говоря, потереть об валенок. Тройнички можно оснастить по-разному, это уже дело сугубо личное. У меня есть вот такой вот провод. Сейчас с него сниму изоляцию и с помощью термоусадочки вот так вот зафиксирую. Делаю надрезик, вдеваю в него тройничок, чуть-чуть подплавляю край, беру кусочек термоусадки, поджимаю. Со вторым тройничком поступаю точно так же. Ниточки здесь можно распушить после того, как все готово, и лишнее отрезать. Вот такие вот тройнички у меня получились. Теперь нужно одеть заводные кольца на тройники и зафиксировать их на теле приманки. Одну и вторую. Ну вот и все, друзья. Приманки пуля готовы. Крепится такая приманка очень просто. Берется поводок и фиксируется вот за это заводное кольцо. Вот так вот она выглядит в рабочем состоянии. Одна и вторая. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях. Свои варианты предлагайте. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.